В Думе музея Пророкова открылась традиционная выставка «Ко дню Победы». Более 10 ивановских художников, ветеранов войны и труда, представили свои работы, выполненные в самой разной тематике. Здесь не только сюжеты Великой Отечественной, но и пейзажи, портреты и натюрморты. Авторы – наши ивановские художники, самые старейшие, кто сейчас жив, кого уже нет с нами, кто уже ушел из жизни, но работы предоставляют их родственники. На выставке демонстрируются работы и Агеева Михаила Сергеевича, Гриба Евгения Алексеевича, Руфеля Федоровича Михайлова, Ячкова Александра Прохоровича. В общем, все старейшие художники у нас здесь представлены. Предпраздничная выставка приурочена также ко дню рождения Бориса Пророкова 9 мая. В экспозиции представлена графика художников-фронтовиков, традиционная пейзажная живопись маслом, портретное искусство второй половины прошлого века. Все работы, все то, что тут находится, они сделаны с большим теплом и с большой любовью и с профессионализмом. Поймите, художник не просто так работает. Если его волнует композиция, сюжет, цвет, и поэтому он старается все это показать. Много графических работ. Здесь вот действительно каждый год мы встречаем этот праздник, и каждый год мы отмечаем все, что у нас все лучше и лучше с каждым годом выставка. На выставке военные сюжеты органично соседствуют с панорамами мирной жизни, давая понять, что без первого не было бы второго. Экспозиция будет открыта в музее Пророкова до конца июня. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.